произведение, которое мы сегодня изучим, не просто писатель и мыслитель. Чтобы понимать масштаб личности Льва Толстого, расскажем, что в России долгое время существовали и, может, до сих пор существует общество толстовцев, исповедующие его глубоко альтруистические взгляды на жизнь. Но и так как Толстой человек, несомненно, одиозный, то и самое главное его произведение – это не просто роман, а настоящий эпос. Сегодня в рубрике «Книжный бестселлер. Война и мир». Признанный критикой всего мира, величайшим эпическим произведением новой европейской литературы, «Война и мир» поражает уже с чисто технической точки зрения, размерами своего художественного полотна. Четыре увесистых тома Лев Николаевич считается рекордсменом по длине предложений. Оттого это произведение одно из самых сложных в школьной программе. Но, как бы ни было трудно, если вы хотите поближе познакомиться с нравами эпохи XIX века, то вам сюда. «Война и мир» до мельчайших подробностей рассказывает, как жили люди того времени, какие развлечения были у молодежи тех лет и какие настроения царили в обществе. Книга погружает нас в эпоху наполеоновских войн. Главная мысль романа, по словам самого Толстого, мысль народная. Народ в понимании Толстого – главная движущая сила истории, носитель лучших человеческих качеств. Нет величия там, где нет простоты, добра и правды. Что нужно для счастья? Тихая семейная жизнь с возможностью делать добро людям, так напишет автор. Его герои окажутся на войне, будут вплетены в любовные треугольники и будут много спорить и переживать о судьбах Родины. Пьер Безухов, князь Болконский, Наташа Ростова. Пережив множество испытаний, каждый из них переосмыслит свою жизнь. И мы вместе с ними. Конечно, описать все величие этого произведения в трехминутном материале невозможно. Поэтому мы будем продолжать призывать вас составить собственное мнение об этой книге. Если вы ее еще, конечно, не читали. И помните, книги этих и других авторов всегда ждут своего читателя в фондах центральных библиотек. Татьяна Колганова, Евгений Стародубов. Специально для рубрики «Книжный бестселлер».